Накануне вечером пожарные тушили деревянное административное здание на Талашском шоссе. В его помещениях располагалась фирма, занимающаяся грузоперевозками. Здание расположено недалеко от управления ТГК-2. На момент пожара внутри находился сторож. По его словам, возгорание произошло на кухне. Пожару присвоили повышенный номер сложности, так как рядом расположены гаражи, а также около здания было припарковано несколько автомобилей. Кроме того, выяснилось, что в помещениях хранятся газовые баллоны. Одноэтажное деревянное здание значительно повреждено огнем. Пожарные эвакуировали оттуда несколько 50-литровых газовых баллонов. Успели спасти документацию компании. От огня частично пострадал тягач МАЗ и легковой «Опель». Причина происшествия устанавливается, пострадавших нет.